которая чуть правее Луны. На мониторе, ну может и видно. Экран-то у меня малепусенький здесь. На фотоаппарате, это фотоаппарат, не телескоп, Nikon Coolpix 5000, 125 крат оптического увеличения, 4 цифрового. Да видно звезду, елки-моталки. Даже на этом мониторчике блымает. 125 крат увеличение оптического, 4 цифрового, как я и сказал. Что там еще из обязательных? Мантра. Да, в общем-то. Будет погода, буду снимать вечером, попробую. Комету лучше всего видно через час после захода солнца. Смотрим на большую медведицу. Ищем три звезды ковша. О, вот так лучше, да? Три звезды ковша в ряд стоящие. И относительно них направляемся в сторону горизонта. И ближе к горизонту будем видеть комету. Ну, если, конечно, облачность позволит. То есть, опять же, ее отсутствие. Ладушки.